фильм «Заражение». Первое. Вот я говорю про Евгения Алексеевича. 1 июля 2016 года. Считающего заключение Евгения Алексеевича в коллекторах незаконным, в связи с чем проект названия территории не подвижен по хождению и просит главу администрации города Чебоксары его отклонить. Второе. От Силаева Артема Владимировича и Никитины Калина Сергеевны от 4 июля 2016 года, выступающих против строительства отходящего коллектора Великобритания и Европы от улицы Калина до улицы Калина в связи с игнорированием требований федерального закона от 10 января 2002 года номер 7 ФЗ об охране окружающей среды и требованием реализации муниципального программы развития потенциала природных ресурсов и повышения экологической безопасности в городе Чебоксары на 2014-2020 годы. Третье. От Силаева Артема Владимировича от 6 июля 2016 года с дополнениями и возражениями от 4 июля 2016 года против строительства отводящего коллектора и питаемого в связи с его строительством в санитарно-защитной зоне кладбища, что нарушает требования пункта 2.8, Санпин 2.1.2882-11. Гигиеническое требование к размещению скользкого содержания кладбища в здании санкт-петербурга по одному назначению. Приступаем к ближним слушаниям по проекту тренировки, проекту выживания территории для размещения единого объекта, отводящих коллекторов реки Тайбета, и в приходах от улицы Гагарина до улицы Калина в городе Чебоксары. Предоставляем слово первому докладчику, главному инженеру проекта общества конечной ответственности проекта отдел федерального проекта Иванову Алексею Игоревичу. Здравствуйте, уважаемый председатель, депутаты, жители нашего города и задание управления коммунального хозяйства и устройства Чебоксары, а на данный разработанный проект выживания территории объекта, отводящих на лето на КПКМ, от улицы Гагарина до улицы Калинина, город Чебоксары. Целью разработки настоящего проекта является формирование земельного участка для строительства пропускных коллекторов, которые примут в себя все необходимые пропускные функции при окружающей застройке, а также выведут в себя существующие пути, которые проходят в Чикайке, и также в увеличение оврага, цены грунта, все это ведет к тому, что овраг только продолжает расти. Вот. Далее, там у нас идет еще один коллега, берет начало свое от Синграева 2Б, где также существующий овраг находится, также регулирует канализация, сюда сбрасывается существующий окружающий застройку. И, соответственно, есть ряд протоколов, которые образуют правый, скажем так, ручей, в котором также еще привлекают два большие ручей. В связи с сложившейся обстановкой, этот овраг год от года продолжает разрастаться и увеличиваться, что для нашего города считаем неправильным и недопустимым. Также, возвращаясь к тому, с какой целью будет разработан наш проект территории. Хочу отметить то, что на сегодняшний день у нас достаточно большой современный город,
достаточно много оказалось на конференции, как лично, так и в городском общественном транспорте. Идет строительство сейчас новых микрорайонов 2А, микрорайон 1А и далее. Строительство новых микрорайонов. Для всех обеспечения этих микрорайонов также нужны автотранспортные магистрали, по которым будет возможно осуществить движение общественного транспорта и движение личного транспорта. Вот, ввиду того, что на сегодняшний момент здесь протекает данное учение, строительство этой дороги невозможно. Такого бы эта дорога жизненно необходима. Вот. Возвращаясь к проекту «Федорожный проект международной территории», хочу озвучить основные технико-экономические показатели. Общая площадь участка полоса составляет 6,18 гектара. Общая длинная трасса составляет 2625 метров. В заключение хочу сказать, что реализация комплекса строительства пропускных коллекторов и строительства новых автомобилей даже полностью ярмарочных улицы Николая Рождественского позволит сделать современным и привлекательным микрорайон Грязевская стрелка в целом центральной части города Спасибо, что в свою очередь позволит привлечь новых инвесторов, застройщиков, которые смогут реализовать современные и удобные для жителей микрорайона на месте существующего оврага и бесхозного земельного участка. В целом у меня все. Готов перейти к обсуждению возражений, если у вас нет вопросов. Так, подождите. У нас планируется еще один докладчик. Второй докладчик. Как поступим? Сначала выслушаем второго докладчика, а потом будем задавать вопросы. Или сначала зададим второго. Предложение слушаем. Второго. Предлагается выслушать сначала второго докладчика, а потом уже вопросы поступить. Согласны? Хорошо. Тогда слово представляется директор зала Чувашского колхоза Алексею Ивану Алексеевичу. Прошу. Так, короче, коммерция.